Привет, друзья! Необычный гибрид военной техники появился у российской армии. На шасси легкобронированного транспортера МТЛБ, разработанного в 1964 году, была установлена 25-мм двухствольная автоматическая корабельная зенитно-артиллерийская установка 2М3. Орудие 2М3 надежно и принято на вооружение в 1953 году. Дальность стрельбы этого орудия по наземным целям – 7500 метров, по воздушным – 2800 метров. Скорострельность до 1000 выстрелов в минуту. Неясно, как будут применять эту установку. Для атак МТЛБ не подходит, он слабо бронирован. Возможно, это будут какие-то передвижные огневые точки, которые будут окапывать или оперативно перебрасывать на линии прорыва противника. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.